Всем привет, у микрофона Каби. Добро пожаловать на TSL 7. Сегодня мы продолжаем смотреть верхнюю сетку пока на старте, и потом, соответственно, переместимся в нижнюю. Карта Оксид будет первой. Ну а начинаем мы с матча Соло против Трэпа. В правом верхнем углу появляется польский Теран, который успел уже хлебнуть горе с СНГ протосами. Ну, правда, на другом турнире это было, но в целом есть ощущение, что хоть и есть у него свой взгляд на то, как играть матчап ТВП, и взгляд довольно прикольный, но не вполне понятно, насколько этого достаточно для того, чтобы играть с такими монстрами матчапа, как Трэп. Трэп, соответственно, слева внизу в роли действующего, ну, чемпиона, не чемпиона, победителя GSL Super Tournament. Ну, думаю, что сейчас особо нет вопросов касательно того, что Трэп — это протос номер один в мире. И, соответственно, у нас на Твиче сейчас открыт прогноз, и прогноз весьма скромный. Всего лишь на то, возьмет ли Сол хотя бы одну карту, потому что я думаю, что, ну, откровенно говоря, о победе поляка тут говорить не приходится. Но посмотрим. Сегодня мы опять начинаем трансляцию в попытке зацепиться все-таки за более качественную картинку. Я там посмотрел глазами и все-таки нашел, где можно в Play Reveal Searchers, который идет этот поток, включить буферизацию на 10 секунд. Поэтому, возможно, она нас от всяких мелких противных призов сможет избавить. Ну и, соответственно, если все будет хорошо, то вот сегодня картинка будет немножечко получше, чем вчера. С морпеха начинает играть Соул без рипера. Ну, ему, наверное, такой стиль лучше подходит. Хотя, с одной стороны, конечно, если ты играешь всегда с ставкой на лейт, в гиперразведку и так далее, ты вроде бы хочешь как раз, чтобы у тебя разведка была, и чтобы ты мог рипером посмотреть, что там к чему. Но я думаю, что Соул от Трэпа ждет ничего иного, в смысле, не ждет, кроме как блинка, стандартного блинка, и поэтому сразу ориентируется на то, как будто бы там будет он, особенно на такой, в общем-то, стандартной макроориентированной карте, как Оксид. Немножко такая у нас необычная зернистая картинка, если я правильно предполагаю, то, скорее всего, в настройках драйвера NVIDIA у человека, с которого идет поток, выставлен грейн. Так иногда делают игроки в шутеры для того, чтобы якобы лучше различать соперников. Я не фанат, мне не нравится такой эффект, но кажется, это именно он. Но, впрочем, те, кто смотрит стримы, особенно где-то там на мобильных устройствах, я думаю, не очень четко такие вещи различают, но оно и к лучшему. Я одно время экспериментировал с этой зернистостью, но не особо мне зашло, и вот особенно из-за картинки в Старкрафте. То есть, если кто-то играет только в одну игру, ну, правда, там можно еще профили настроить, но не о том у нас речь. Начинает Сол свою игру через мины. Будет у него дроп 3 мин, причем с быстрой армори. Посмотрим, что из этого выйдет. У Трэпа, кстати, нифига не блинк, у него Dark Shrine. Это тоже довольно стандартный билд. Трэп подводит адепта, замечает дроп. Но на самом деле, когда ты играешь в дарков, ну, от мин не очень удобно отбиваться. То есть, с одной стороны, нормально, потому что ты, в принципе, можешь делать апса, но с другой стороны, у тебя газ там очень четко копится под именно варп 3 дарков. Но при этом, само собой, секундочку, торза, как бы. Окей, это прикольно. Само собой, на данный момент Трэп не знает, есть ли там армори, это просто дроп мин. Ну и вот он сейчас мог увидеть уже, что у них есть красный лучик. Ну а тем временем 3 дарка заходят к Солу, он успел поставить инженерку, он заказывает турель. И у него явно есть сканы, то есть я далек от мысли, что Сол умрет от этого дропа. Он успевает убить дарка. А Трэп видит факту на лаборатории, у мина 3 килса. Трэп так себе отреагировал. Видит факту на лаборатории. Придет ли ему в голову, что это может быть Тор? Ну, на... ну что ж ты будешь делать? Отвлекся Трэп на Тора, видимо.
или еще на что-то. В итоге мины делают минус 13. Трэп... Ох, и еще. Трэп бустит имморталы, и это, конечно, логично. А Соул что, в макро играет, что ли? Слушайте, мне кажется, если бы он сорвал всех рабов, ну там оставил бы штук 8, плюс мулы, то он бы просто пробил. Но, может быть, конечно, я и не прав, к тому же тут еще продолжаю. Ну просто вот, да, тут ты оставил рабов дома, они добывают, тебя харасят дарки, и они все равно умрут. Так бы рабочие пришли сюда, вычинивали бы Тора, он был бы бессмертный. И игру можно, ну, может быть, можно было бы выиграть одним пушем. Может, и нет, Сол, конечно, парень опытный, понимает, что делает. Минус пилон, возвращается призма, видимо, с двумя дарками. У Сола есть скан, а, там архон, я понял. Ну, вот есть еще один дарк, его можно попробовать забрать, но уже не осталось КСМ. Тора вычинивать некому, может, мулов бросить? Может, мулов, Соул. Еще он и не переключил атаку воздушную в одиночный режим. Только этот режим мог бы быть полезным, потому что твои цели это только призма и обсервер потенциально. Но он просто не подумал об этом. В итоге призму убить невозможно таким тором. Соперники остаются в равной ситуации по рабочим. Заказывает трэп чардж, но у него нет третьего нексуса. И даже выхода какого-то на третий нексус пока не предвидится. Зато летит призма, видимо, с имор... А, с двумя имморталами. Окей, но тут караулит викинг. Викинг такой дроп, естественно, полностью контрит. Кстати, правильно пишут в чате. Я тоже наблюдаю несинхронизированные звуки. Может быть, это... проблема как раз буферизации. Но если так, то печально. Значит, нам придется от нее отказаться и рассчитывать на то, что просто будет работать. Что просто будет работать этот поток. Но, наверное, мы это сделаем после игры. Иначе придется на какое-то время сделать черный экран. А, вот, черный экран уже и сам сделался, короче. Посмотрим, может быть, сейчас и рассинхронизация уйдет. По-моему, она пропала. Архон, по крайней мере, сейчас четко сливался. Так, приходит трэп. Три имморталы, два сталкера. У Соло внезапно банши со стелсом. Так, ну все, да? Закончилось, видимо, у нас. Хорошая картинка. Реколит всех этих юнитов, потому что к нему прилетел в двух медиваках дроп Тора и дроп морпехов на мейн. Ничего себе стратегия. Минус 10 пробок. Тем временем уже теперь реактор на астропорте и дальше будут кроиться медиваки. А нам показывают, что стелс для банши не доделался. То ли его зафокусил, его, наверное, зафокусил трэп, скорее всего. Один печальный архон возвращается домой. Опять тут этот дроп. Сколько у Торов килсов, я бы посмотрел. Да переключишь ты уже режим-то атаки воздушной. Ну, ёшкин корень, ну. Уже призма 100 раз бы умерла. Банши прилетает, просто выкашивает эту экономику. Ну что, Сол, неужели прям первый сет? Тор, ну, не доконтролил. Сол, Тор погибает. Но тут банши, конечно, просто делают игру. У Протоса остается 29, 28, 27. А вот был бы еще стелс, но с другой стороны там 100 лет как роба есть. Хотя обсервер был потерян, что интересно. Потерянные рабочие 53 на 19. Приземляю. Кстати, да, ушел действительно рассинхрон звука. Я думаю, стоит потерпеть, если вот микрофризы будут такими, как на этой карте, то их можно потерпеть ради того, что картинка намного лучше, чем вчера, чем на ютубе. Ну посмотрим. Трэп опять идет в контратаку. Или просто в атаку, я уже не знаю. И там поставлен третий Нексус. То, что прогноз все еще открыт, наверное, это ненормально. А он уже, собственно, не открыт, он только что закрылся.
Ну и ладно, игра-то не закончилась. Кто победит? Вот вы знаете. Может быть, Сол, да? Но это не точно. Викинг тут продолжает напрягать призму, но сажать Архона, его убивают. И из-за того, что призма выжила, можно делать передроп наверх. Можно отменять пехотные апгрейды. Ключевые здесь сталкеры разбираются с Баньшой, Форсфилд. Ну что, все успели на соло залить уже, да? Баллы канала бесплатно. Варп Дарков, варп Чардж Зилотов. Напоминаю, Чардж доделался, трэп его очень давно заказал. Да, фокуснуть именно центре было хорошей идеей. Правда, там есть еще одна. И у нее есть была энергия на один форсфилд. Ну что, на самом деле Сол потерял не так, чтобы очень много. Он не потерял рабочих, он потерял тайминги апгрейдов. Это да. Так, ну, рабочих он теперь выводит, чтобы они приняли на себя немного урона имморталов. Танки там разложены и продолжают стрелять по Архонам особенно. Сейчас бы дожать бы Архона, получается, одного. В итоге из четырех юнитов остается два. Оба Архона погибли, оба Иммортала живут. Тут приходит атака от трэпа на третью базу. Иммортал подходит к танку, но стреляет почему-то по турели. Я не знаю, в чем фишка. Может быть, какой-то фоллоуап дарками, а может быть, просто так получилось. Но бункер-то пустой. Видимо, просто выбирал Иммортал ближнюю цель по какой-то своей бессмертной логике. Рэп приходит, не дотягивается немножечко до этого медивака, в котором сидела пехота, но я там было в любом случае не супер много. Рэп перемещается опять через правую часть. Тут нету пока орбитальной станции. Видите, хитрый Сол поставил базу с другой стороны. Не там, где обычно ставят тераны. Ну и начинает играть свой Солкрафт. Два бункера у него, танки разложены. Правда, стимпак поздний. Но, наверное, уже можно потихоньку ставить Гостакадемию. Мы же знаем, как играет Сол, второй Старпорт, Либератор и всю вот эту вот лейтгеймовую красоту. Мне без шуток нравится, как играет Сол. Просто, видите, он, как выяснилось, не супер хорошо играет против Войдрейв с батарейками. Но поскольку трэп их не исполняет, то этой проблемы здесь нет. Ну, скиллос там, наверное, просто отчасти на тилте соло переехал. Ну, сам, конечно, тоже хорошо сыграл. Ну, а вот в этот раз Сол решил стандарт не играть и подготовился как следует. Я прям жду, чтобы он победил, давал интервью и благодарил Крида за помощь. Да Крид пока вроде в основном против зергов помогает. Он, по-моему, матчап против процессов сам не очень-то любит. Красиво трэп возвращает имморталов. Одного, правда, не вернул, но попытался, по крайней мере. От соло передропы танков в стиле боксера, который, насколько я представляю, вроде бы первым начал использовать этот прием, по крайней мере, на профессиональной сцене Старкрафта. С тем, чтобы подбирать в дропшип, тогда это был дропшип, а не медивак, танки и не давать именно, по-моему, протосам в основном на островных картах убивать эти танки. Плохой харас зилотами, но 4 базы Террана, у трэп своя 4 тоже достроилась, рабочих по-прежнему меньше, состав армии вообще ни о чем у протоса. Ну просто зилоты, архоны, один иммортал, грейдов нет, у Террана уже 1-1. Штормов нет, колоссов нет, вообще ничего нет, есть просто вот такой окликовый трэш. И призма. Да, призма, конечно, главное, за счет чего трэп все еще держался в игре. Не знаю, так ли круто было бросить эти танки внизу, но в принципе вся пехота наверху. Пехота заходит на мейн, убивает пробок, убьет. Да, я бы отключил гейты, наверное. Тут еще и дроп мин, на который даже сам трэп не успел среагировать. Ну и он идет в лыновую контратаку в надежде, ну, хоть на что-нибудь. В надежде, что с помощью разменов и рекола, может быть, как-то удастся вырулить в преимуществе из этой ситуации. Ну, то есть, у его расы есть хотя бы что-то для размена, да, называется рекол. Ну,
Трэп уже и сам не верит, он пишет GG, и Соул берет первую карту в этом BO5. В левом верхнем углу появляется трэп, Соул справа внизу, второй сет, карта Романтицит. И польский терн ведет со счетом 1-0. Очень интересное начало. Так, поехал по какой-то любопытной траектории КСМ. Может быть, он чекает прокси, но почему-то мне кажется, что может быть он его и ставит. Посмотрим. В принципе, насколько ты ожидаешь, будучи солом, что трэп будет ставить против тебя прокси, это интересный вопрос. Поэтому чисто технически сол вполне может замутить какой-нибудь прикольный билд, типа перелета факты, например. Ну, посмотрим. Вроде бы рабочий просто приезжает в разведку. Пока что. А, инженерка, да. Не знаю, почему я даже не подумал об этом варианте. Но Соул просто варит инженерку в итоге. Окей. Рэп выходит и ставит Нексус на другой локации. На карте Романтицит это очень легкое решение, честно говоря. Потому что здесь эта база максимально близка и нет никаких проблем ее защитить, если что. Через Рипера будет играть в этот раз Сол, но тут логично, то есть ты соперника заставляешь поставить Нексус в другом месте, играешь в Рипера, и у тебя, в общем-то, больше опций для того, чтобы не только разведать, но и убить пару рабочих, если что. Заезжает наверх пробочка, видит командный центр, да, тут битый рабочий, бункер построить не получится, но уже выходит морпех, так что, наверное, все-таки получится в итоге его построить. Соул сталкера первым, ой, трэп сталкера первым юнитом. Интересно. Сталкер, конечно, быстрее и поэтому надежнее. С другой стороны, запрыгнуть он не может, адепт может кинуть вокруг тень, но... Ладно, сталкер и сталкер. Ой, какая встреча жаркая. Да, но упустил Сол, среагировал быстро, но уже все равно недостаточно. Быстро, потому что уже пробочка уехала. Там Твайлайт, да, тут я думаю, что на этой карте трэп будет играть блинк и ничего не сочинять. И вполне возможно, что это будут 4 гейта, такой достаточно агрессивный вариант отыгрыша этой стратегии. Первый гейт уже пошел. И тут приезжает Рипер, видите, батарейки нет. Сталкер ушел, так что Сол найдет возможность. Что... А, сталкер недалеко ушел, окей. Ну, одну пробку, но он заодно нашел и этот Твайлайт. Так что пока должен быть целиком доволен собой Сол. Или нет, потому что тут единственный адепт уже убил 3 рабочих и убьет 4-го. Как-то так. Неловко получилось. Там тем временем роботикс. Но пока трэп играет только в 2 гейта, кстати говоря. У Соу 3-й командный центр, он на своей волне. Правильно делает, конечно. Получается, видите, он так прикольно ротирует стратегии. То есть у него, получается, на первой карте был супер агрессивный опенинг. В минус остался на продолжение втора. Кстати, крутой билд, мне кажется, на ладдере можно нормально выигрывать. А, соответственно, дальше он играет супер халявный макро-опенинг. Есть смысл. Кто-нибудь расскажите, как понять, для чего Твайлайт, для дарков или для блинка? Часто не могу понять и отлетаю. Так в этом-то и фишка, что понять нельзя вообще никак. Для чего он делается? Увы. Потому что блинк и дарки стоят абсолютно одинаково, и до этого этапа билд ничем не отличает.
Но чисто теоретически по количеству сталкеров можно понять. То есть, играя в дарков, ты строишь минимум юнитов. У тебя, как правило, нет сталкеров, есть пара адептов. Ну или сталкер-адепт там. Но ты точно не варпаешь в центре, и ты не копишь сталкеров, потому что тебе нужен газ, чтобы варпнуть дарков на 4.30. Но это потом, а когда ты видишь первый твайлайт, отличить нельзя. Что там Робобейл трэп? Он в итоге играет на самом деле макроопенинг. Я думал, что он попробует на микроконтроле тут напрячь, но смотрите, как Сол поставил здание. Вот опять-таки, за что я очень уважаю этого Терана, что он, знаете, не пытается делать вид, как будто он бессмертный. Вот я типа поставлю здание как хочу, там далеко с краю на мейне, а потом, ой, что же делать, мне стимпак зафокусили. У Соло заранее здания стоят очень компактно, танки все прикрывают. Он учитывает возможность, что Протосс может так сыграть. А что ему это стоит? Давайте подумаем. Ну вообще ничего. Он просто поставил здание правильно и все. Может быть, это не так красиво выглядит, как бы, но других недостатков я в целом не вижу. Красавчик Соло, в итоге эти блинксталкеры не могут ему вообще ничего сделать. Ну, а у Трэпа там дома колоссы, две фарджи. Он, по всей видимости, тоже неплохо представляет, как играет Сол. В этом нет ничего удивительного, потому что Сол очень давно играет на турнирах. Как-то у него было озарение году в 2017, когда он вообще с Open Bracket'ов Intel Extreme Masters выбил статса. И статс поехал домой, а Сол прошел в main event. Интересная была история. Ну, то есть, в целом, корейцы в курсе, что это за чел, что он играет в макро, все дела. Опять трэп только сталкерами огреб, но не потерял ничего, кроме немножечко хп. И на этом все. Там строятся колоссы пока. Вот не очень хорошо, что Протосс так спокойно делает 1-1, четвертый Нексус, а ты типа его ничем не можешь напрячь. Тяжело, конечно, будет потом играть. Там уже пошел второй роботикс под дизов, там уже пошли архивы под шторм. И учитывая, что мы знаем, как Трэп здорово использует темплеров с призмы, я думаю, что могут быть трудности у Соу. Да, обычно он круто использует гастов, но, как мы понимаем, темплеры именно с призмы, гастами в большинстве случаев не контрятся. Там надо быть просто богом даже не реакции, а, как бы это сказать, предсказания действий оппонента, чтобы успеть за ЕМПшить высаживающегося темплера. Это если бы StarCraft был помедленнее, типа по скорости геймплея, как Warcraft 3 или как StarCraft 1, то тогда, наверное, можно было бы среагировать. Но СК2 слишком быстрый, поэтому практически невозможно это. Скорость призмы, дабл дизы, да, знакомые все лица в табличке продакшена. Статс выходит... Ой, подожди, статс. Трэп выходит вперед. Статс не скоро куда-то будет выходить, он пока только в армию пошел. Так что, увы, мы увидим его, скорее всего, только в том случае, если трехлетняя жизнь второго StarCraft как-то продлится и не закончится по истечении вот этой вот анонсированной серии ESL Pro Tour. Ну, наверное, лучик в этом темном царстве надежды уже появился, да, и даже не один, потому что, во-первых, вот компания Shopify активно поддерживает турниры, привлекая, в общем-то, целевую аудиторию, действительно, потому что, как бы, вроде молодые люди, да, смотрят StarCraft, но в среднем немножечко постарше. Многие из них такие достаточно собранные. Многие из них уже работают и часто именно в IT, то есть вполне могут какой-то интернет-бизнес там иметь желание развивать. Это же, я так понимаю, такой какой-то бизнес-инкубатор в Shopify. Ну, правда, не для СНГ региона, так что нам пока пофиг, но...
Ну и, собственно, тот факт, что вроде там кто-то начал с игроками диалог по поводу патча и баланса. То есть вполне возможно, что какая-то жизнь еще у StarCraft будет. Даже и за пределами того, что просто оплачено вперед. На заре, ой, точнее, на закате существования предыдущего киберспортивного отдела. Увидим. Тем временем тут трэп залетает, теряет призму, 4 зилота успели высадиться, но без фееричных результатов. Зато здесь трэп также без фееричных каких-то мувов заходит и буднично выбивает планетарку. Без имморталов, без дарков, просто колоссами и сталкерами. Ну, Соул как будто заранее этот вариант предвосхищал и уже просто поставил пару командных центров дополнительных. Никуда не спешит. Трэп на просто все деньги ставит Нексусы по карте. Блинк даркам, новые гейты. Да, на романтициде не всегда удается быстро заканчивать игры. Тут у трэпа вроде и оборона была, но одним-то. Ой-ой-ой-ой-ой! Как трэп завтыкал! В лучших дробь худших традициях СОС. Помню, в русском киберспортивном офисе Лиги Легенд у нас была рубрика, которую вел Вандер, которая называлась «Лучшее худшее». И, собственно, тут что-то подобное. Традиция СОС, конечно, лучшая, потому что приятно вспомнить иногда былые времена, но сама по себе привычка отправлять юнитов по райт-клику, забывать про них и отдавать особенно ценных, таких как колоссы, как СОС любит, вряд ли сильно хорошей такую привычку можно назвать. Ну, это хотя бы маленький такой повод для Соула поверить в светлое будущее, потому что в общем и целом-то он по макро сильно отстает. По технологиям и по апгрейдам нет, но сейчас бы этого было достаточно в матче ПТВП. Варп на медленный пилон, можно развернуть призму и ускорить этот варп, но трэп, видимо, уже управляет главной армией, про те юниты он забыл. Отдал им приказ, сразу рейт-клик с варпа. Ой, сколько там ЕМП по архонам, их бы сейчас доесть, но это не так просто под двумя колоссами и дизами. Орбитальную станцию, наверное, все же получится вычинить. Ой, босс погиб. Как-то не в тему. 8 дарков. Трэп очень методично раскачивает соперника. Соло пока правильно ведь ни разу не переходило вообще середину карты. К сожалению, это не челлендж «Проживи против прогеймера 15 минут». Поэтому Соло не победит, если продержится еще две. Минус армори. Трэп говорит: ну ладно, короче, я понял. Ставлю Старгейт. Дарки прыгают в танк и вырежут, скорее всего, третью. Параллельно армия нападает на четвертую. Там так сладко стоят эти танки. Просто стреляй, не хочу по ним с фермы дизов. Да, дарки вырезали экономику и орбиталку убьют. И Сол, возможно, получит право на орден своего соотечественника Тарсона. Не знаю, кстати, чем занимается сейчас Тарсон. Очень давно я о нем не слышал. Ну что, готовят снова трэп атаку с двух сторон. Здесь, кстати, можно было бы вот прыгнуть и забрать орбиталку. Сол стопудово не успел бы среагировать. Там двух взмахов косы хватило бы даркам. Сделать вжух, вжух. Но в этой игре этого не произойдет. GG пишет Сол. И счет становится 1-1. Едем дальше. Карта 2000 атмосфер. В правом верхнем углу появляется трэп. Слева снизу соул. Который в этот раз играет газ до барака. Вполне возможно, что есть у него
какие-то интересные идеи. На тему того, что нужно отыграть в этом сете. Всецело поддерживаю, но пока это выглядит как блок инженеркой Нексуса опять. В прошлый раз я очень долго тупил, не мог понять, что за билд, но в этот раз будем делать выводы. Думаю, что Сол играет то же самое, очень похожий тайминг выхода рабочего вперед. Говорят ли только в СНГ про Орден Тарсона или в англоязычном комьюнити тоже есть? Насколько я знаю, это только в СНГ. В англоязычном комьюнити вроде из таких мемов есть только Артоза Спайлон. Видит Трэп, что ему, естественно, видит, что им заблочили инженерку. Поэтому просто ставит пока в стенку кибернетку до Нексуса. Но видите, на этой карте у него нет желания ставить Нексус сразу на третий. Я его прекрасно понимаю. Здесь гораздо дальше будет этот Нексус. У меня нет ощущения, что Трэп действительно многое потерял на этом в предыдущем сете. Больше того, он запрыгнул адептом и сам нахарасил еще больше. Но так не будет получаться в каждой игре, вероятно. Ну а в этой игре ему пришлось достроить Зилота, чтобы отменить эту инженерку. И спокойненько, без паники, Трэп поставит Нексус. А потом, видимо, поставит свое технологичное здание. На самом деле, многие протосы в такой ситуации ставят более раннее технологичное здание. Вот, да, как сейчас и поступает Трэп. Он все-таки заказывает пермадепта. Тут пробка доела КСМ, забавно получилось. Заказывает пермадепта на случай, если там будет Рипер. Ну а дальше... Трэпа делается Старгейт. Достаточно ранний Старгейт. И, соответственно, посмотрим, как Трэп отобьется. Почему Трэп? Что-то я их путаю часто. Как Сол отобьется от этого. Ну, у него есть минка, но при этом эту минку Трэп уже увидел. Соответственно, он, ну, будет осторожно летать своим оракулом, если это будет оракул. Оракулы Трэпа некоторое время были у нас нарицательным. После очень старых игр, где Трэп ими божил. Но потом очень долгое время Трэп не слишком-то удачно использовал оракулов во многих играх. И, наверное, как-то постепенно это забылось. Хотя сейчас Трэп, в принципе, всеми юнитами достаточно хорошо микрит. И вообще является редким примером протоса, который весьма неплохо дорабатывает разные микромоменты. В прошлой игре, вернее, в первой игре, у него были определенные недоработки и вопросы к нему могли возникнуть, когда он там минки пропускал. Но в общем и целом Трэп все-таки достаточно достойно разруливает разные микромоменты. Не стал прыгать. Вот сейчас бы, знаете, как классно было адептами отзонить морпехов, чтобы они ушли, а в это же время залететь оракулом и выбить рабочего и танк. Ну, даже танк, может, не удалось бы добить, но адепты бы прыгнули и ваншотнули его. Вот это была бы красота. Но Трэп чуть попроще. В итоге разобрался, просто прыгнул во все, убил все. Ну, если можно убить все, то почему бы этого и не сделать? Аккуратно он отводит именно битого адепта, но Сол тоже не слепой. Подводит танк, добивает. Хотелось сказать этого парня, но преимущественно к адепту спорный тезис. Так, какой-то супер близкий пилон тут нам лепит Трэп. По всей видимости, он собирается пушить блинком, используя оракула для подсветки возвышенности на майне. Сколько там гейтов, я что-то не очень понимаю. По всей видимости, не очень. А, ну вот три, да, видимо, три гейта. Ой, Трэп ошибается. Не особо частый случай, когда такая грубая ошибка. Не того адепта отвел Трэп, не понял, за кого зацепился циклон. Еще один юнит отдан. Как-то грязно играет Трэп.
В том смысле, что помарок много. Но вот у нас опять фризит картинка, картинка, живи. Мы причем даже вроде будто бы продолжаем смотреть с того же места, но, увы, не совсем. Да, пробуферилось у нас тут все. Талкер оказывается на мейне, но стимпак пока живет. Вот что самое главное, даже странно, что не стал трэп приоритетно фокусить именно лабораторию. Она там на желтых хп и не более того. Закапывается минка. Ревелейшн можно дать. Спасибо, Майвей, за 100 рублей. Традиционный такой же входной билет для Майвея. В этот момент понимаешь, что стримы Каби тебе обходятся дороже, чем все твои подписки на кабельное телевидение, да? А он, зараза, даже в игре не разбирается. Но вот как же так? Нет в жизни справедливости. Еще один ревелейшн. Ну и пока трэп просто, так сказать, придерживает соперника дома. А сам выходит, ставит третий Нексус. Пропушить он не пропушил, но оставил соло на небольшом количестве рабочих с поздней третьей базой. Ну, сол в какой-то момент вроде по логике должен хотеть сделать выход, но посмотрите, как складываются тайминги. Пока он дойдет, у него, кстати, щиты сделаны до стимпака, так что щитов-то ему ждать не придется. Но даже если он плюс-минус сейчас пойдет вперед, то там уже будет шторм. И уже темплеры есть, копят энергию, стоят. Кабульное телевидение, да, все правильно. Ну или это. Не знаю даже, почему я свой собственный никнейм прочитал на старый квейкерский манер. Когда-то отдельные игроки читали его как Кабу. И в моем самом первом видео я представляюсь сразу двумя способами. Я даже не помню, заливал ли я это видео на свой YouTube-канал, обучающее по игре Quake 2 на карте P-Trip. Ну да ладно. Сол увидел темплеров, понимает, что он имеет дело против быстрых штормов, точнее с быстрыми штормами. Следовательно, логично было бы увидеть Гост Академию, но, наверное, до перелета на третью базу Сол предпочитает все-таки в Гостов не выходить. Нашел наконец-то соло этот медленный пилон. Трэп сам выдвигается вперед. Не вижу в этом большой логики, потому что у него четвертый Нексус. Будто бы ему надо сидеть дома и раскачивать экономику, добавлять гиты и бустить апгрейды. Но вместо всего этого он хочет более активно тут сыграть. Как-то напасть сбоку. Соло все еще живет этот циклон, но все, закончился циклон. И так прожил достаточно. Долгую и счастливую жизнь, так сказать. Они и гасты, собственно, подъехали. Два роботикса. Иллюзии, я так понял, сейчас была разминирована первая минка. Что касается Оракула, то он все еще живет. Да, пошел Робобей, пока его нету, трэп добавит несколько обсерверов. Сол очень мало дропает в этой игре. Вот, возможно, сейчас будет как раз первый дроп. Вот такой прям траектория из собственного мейна заезжает. Нам показывают, что трэп долгое время добывал больше, сейчас инком сравнялся. Почему-то, но там, наверное, мулы залетели и
какие-то минеральные поля закончились, скорее всего, пробки переезжали. Не думаю, что трэп действительно сейчас добывает меньше, учитывая, что у него 4 базы 5 ставятся, и рабочих больше на 13, но, по крайней мере, сол не то чтобы безнадежно отстает, давайте вот так скажем. Летает шторм в мины. Второй шторм в мины. Они-то были в итоге убиты здесь. Опять-таки дроп и тоже штормом встречает его трэп. Очень редкий пример, когда мы видим, чтобы темплеры стояли дома в обороне. Вообще, в целом, доварповать темплеров домой — это неплохая штука, потому что они стоят, копят энергию, потом пригодятся. То есть в любой непонятной ситуации, если гейты не в кулдауне, есть газ, есть смысл варпануть прямо пару темплеров. Куда-нибудь там на третий Nexus или еще куда-нибудь. И трэп переходит в стандартные истории протосов. То есть в Dark Shrine, в Double Grade, в скорость призме. В какой-то момент пойдет и Старгейт еще, ну хотя один уже есть, так что можно сразу ставить плюс пару и Флит Бикон, но на этой карте, мне кажется, меньше вероятности, что будет трэп выходить вообще в воздух. Пока он просто качает соперника по двум направлениям. Появилась четвертая база, так что хотя бы есть что качать, потому что когда соперник сидит на трех, тебе некуда забегать зилотами. Конечно, в какой-то идеальной ситуации они могут забежать прямо на натурал, но такое очень редко получается, честно говоря. Сол заказывает грейд на атаку по воздуху. Заказывает фьюжн кор. Будет у него дальность с либератором. Порт. Несколько викингов не помешали бы, чтобы с этими призами справляться. Пока, конечно, очень жестко терпит Сол. Тут еще и заварп дарков, которые фокусят Гост Академию. На самом деле, я не уверен, что это такая супер приоритетная цель. Потому что она довольно быстро строится, не так уж дорого стоит. И апгрейд на радиус Емпы все равно уже сделался. Это была сейчас странная сфера. Наверное, трэп сам не понял, где его дизы, и по ходкею кинул сферу. А они там в середине карты чилили в это время. Здесь уже Соул не дорабатывает. Летел он куда-то то ли на мейн, то ли на четвертую базу под мейном с минками. Наверное, четвертую, и погибает на фотонках этот дроп. Трэп продвигается вперед. Сол сейчас, по-моему, очень жестко словит сферы. Хотя почему-то трэп не стал спешить их кидать. Может быть, то, что думал, что соперник все равно убежит на стимпаке. Может быть, опасался, что наоборот зафокусит сол этих дизов. Все-таки тут уже нет колоссов. Погодите, их и не было, кажется, да? Были сразу штормы в дизов. Но Сол будет ждать либераторов. Раз уж соперник в дизов успел перейти, ему тут без либераторов, в принципе, особо нечего ловить. Либераторы немножко помогут даже в противовоздушном режиме. Но раскладываться против дарков, конечно, неблагодарное дело. Они, заразы, шустрые. Планетарочка не доделается. Минку видит трэп и убивает дизом. Здесь дарки на халяву убили пару юнитов. Очень много соло дает в таких эпизодах. Ну а трэп все-таки ставит маяк флотилии, заказывает старгейты. Или звездные врата. Если уже на русскую локализацию переключаться.
Прикольно, минки на самом деле работают все равно, несмотря на то, что трэп вроде не так много на них теряет и нередко их замечает, успевает разбирать, но, во-первых, против более слабого оппонента. Это значит, что они бы работали еще эффективнее, который реже замечал бы. Ну и все равно заставляют трэпа нет-нет, да и осторожничать, подводить каких-то обсерверов, смотреть вообще банально, куда его армия там двигается. Трэп, конечно, вообще красавчик. Прыгнул, фокуснул, тут же рекол, ноль потери, ну, может, одного дарка потерял. И параллельно заходит на базу слева, оставляет ее улететь, штормы по либераторам и заодно по пехоте, которая, возможно, захотела бы подойти. И трэп не спешит идти до конца, ему это совершенно не нужно. Он сидит дома, строит, кстати, не карьеров, а темпестов, чтобы выбивать этого окопавшегося терана. Логично было бы сделать тогда им еще апгрейд на урон по зданиям. Хотя, наверное, в основном стрелять надо все же по юнитам на данном этапе. Да, трэп очень комфортно проводит игру. Показывают различия по потерям. Очень много убивает Протосс, по газу ровно, но по минералам очень далеко впереди был именно трэп. И Сол пишет GG 2-1. Наверное, примерно такой игры мы ждали с самого начала, но один хороший чиз может здорово перевернуть ситуацию. Но, впрочем, пока ровно настолько, чтобы один раз те, кто верит в соло, смогли бы поднять на нем немного бесплатных баллов канала. Второй раз пока эта палка не стреляет. Что ж, дальше у нас будет карта Lightshade. Это в данном случае получается карта Протоса, правильно? Вроде бы так, по логике. Хотя... Ну да, романтицит явно должен был быть выбором трэпа, так что... Посмотрим, на Лайтшейде Сол вполне может что-нибудь сыграть любопытное. Не знаю, я бы попробовал Бункер Раш, серьезно. Мы знаем, что трэп этому билду проигрывает иногда. На лайтшейде, тем более, он может попробовать отыграть стенку внизу. Не уверен, что это будет делать все это против соло, но теоретически. Раньше соло этот билд играл, в основном, правда, против зергов, но в любом случае я бы не исключал вероятности. Ну, камон, против тебя играет лучший ПВТ игрок мира. Должна же у тебя быть заготовка. Посмотрим, какие они, если они есть. Однажды играл с Кайтосом против Террена, делал мины и Торов. Ну, мины могут неплохо убивать интерсепторов, действительно. Посмотрим, придется ли делать это соло здесь. Карта Lightshade. В правом нижнем углу появляется трэп. Сверху. Газ до барака нам показывают как минимум. Там рабочий стоит на патруле на рампе. Все-таки будет ставить барак. Посмотрим. Я не уверен, что в этот раз это просто инженерка. Но вроде бы пока КСМ-ка... Нет, не едет она туда. Или едет? Не едет пока. Инженерка, окей, ну ладно. Жаль. Мне кажется, было бы больше шансов у Соло, если бы он пробовал трэпа обмануть, но, наверное, не так просто обмануть, конечно, трэпа. И играет он, к тому же, видите, все-таки со стенкой наверху. Конечно, Бункер Раш хорошо работает против стенки внизу, когда ты лишаешь соперника продакшн. Но трэп буднично опять-таки реагирует, заказывает Зилота, потихоньку пилит пробочкой эту инженерку. Опять у нас
Повисает трансляция ненадолго. Говорят, Трэп не выспался. Трэпа уже вечер вообще. В Корее это 23 часа, но комфортное время. Начало игрового дня стал конец игрового дня уже, ну так, на грани. Поскольку вчера у нас стрим закончился. Часов в 11, наверное, по Москве, да? То есть это уже 5 утра. Но хотя бы спасибо, что не 8. Ну и, собственно, там в конце обычно играют не корейцы. Поэтому стараются организаторы так расписание подбирать, чтобы все-таки корейские игроки были по возможности в начале игровых дней. Старгейт у Трэпа снова. Сталкера еще не хватает в этой ситуации. А помните времена, когда был Mothership Core? И были вот эти прекрасные Zealot Stalker Mother Core? Теперь можно разве что Адептом Сталкером пушить, ну или при желании Zealotом Адептом Сталкером. Но Трэп пока никого не пушит, просто спрятался в кусте. Внизу второй гейт, дальше, наверное, внизу. Я думал Роба, но ставится Твайлайт, и, кстати, не внизу, а наверху. Здесь попадается Циклон, получает урон. Тени перепрыгнут, но не добьют, по идее, Циклона. Красиво Трэп вот в этот раз сбрасывает зацеп. В прошлой игре у него были по марке в этом отношении. Остается Циклон на красных хп, теперь Оракул может влететь и добить его. То есть я думаю, что сейчас Трэп будет бросать тени. Тут неспроста происходит все то, что происходит. То есть у Трэпа более-менее рассчитано все это. Там выходит танк. Оракул в итоге прилетает на мейн. И что? Почему он не полетел? Этого я что-то не очень понял. Я ждал, что сейчас будет интерактив. А Трэп взял всех, обманул. Трэп ждал второго оракула. Кстати, дальше быстрый чардж. Интересная история. А, так погодите секунду. Он залетел и увидел, что там поздний второй ЦЦ. Даже при том, что у Трэпа задержали Нексус, у него все равно гораздо раньше Нексус, чем там перелетел командный центр. И там два барака, правильно, Факта и Старпорт, 2-1-1 так называемый. То есть, видимо, Трэп просто ждет, что его будут пушить с двух бас на Вайтшейд. И поэтому он вот так вот залетел, увидел два барака, придержал Оракула. И заказал чардж. Вот так, видимо, все было. Он ставит Twilight. Думаю, что для архонов в этой ситуации. Ну, хотя можно попробовать получить шторм, успеть. Надо бы карту контролить. Он адептов вернул, наоборот. Но сейчас посмотрим. Видите, тут уже выход. То есть, мне кажется, наверное, шторм никак не успеет. Варпаются просто темплеры под архонов. Ну, Трэпу нужны ловушки дома. А вместо этого он сейчас может потерять Оракула. Окей, он предпочитает дать Ревелейшн. Солт берет с собой рабочих. Ну, вот такой билд у него. В общем, действительно агрессивный. Ну, просто не бункер раш там какой-нибудь. Трэп бустит именно гейты, чтобы успеть побольше наварпать. Чардж доделался только что. При этом всем Трэп заказывает апгрейд на армор зилотом. Пока переходит, точнее выходит он перехватывать именно подкрепление. И готовит атаку с двух сторон. Не очень она синхронная получается. Он вместе с пробками, конечно, пойдет. Это и нужно делать. То есть соперник пришел с рабочими, ты тоже выходишь с рабочими. Наламываешься с двух сторон. Танк все еще живет, но это не очень страшно. Архон погиб, зато Оракул там успел много настрелять. Ну, тут Трэп отбивается. Но он потерял часть рабочих, поэтому... Так, погодите, а 8, да, 8 КСМ тоже здесь погиб. Поэтому в целом не знаю, как Сол сочтет. Может он продолжить игру? Видите, проблема в том, что этот пуш у него был без стимпака. Со щитами, но без стимпака. То есть если бы как-то все это дольше
происходило бы, трэп там не спешил бы нападать, сол поставил бы бункеры, то там мог бы доделаться стимпак. Так он получается только сейчас заказан, сол пока перекрывается наглухо, чтобы его не захарасили адептами. И решил трэп почему-то добавить феникса. Не очень понимаю, что вдруг феникс. Может быть, он ждет хараса какого-то, но там. Там же не было страпорта, правильно? Там на самом деле было два барака и факта без страпорта. Поэтому там нет медиваков никаких. Я в чё-то сказал 2-1-1, а это просто 2-1. Бил два барака, факта. С страпортом все бы намного позже там было. И у трэпа, видите, целых три пилона, чтобы не так легко было отключить эти гейты. Феникс просто прилетает разведывать. Видит три барака построены. И командный центр понимает, что Сол пока никуда спешить не будет. Можно выходить ставить четвертый Нексус, в принципе. Третий уже доделан. Апгрейд на атаку, новые темплеры. Не знаю, может быть, трэп предпочтет сыграть более агрессивно. Тут по-разному можно подходить к реализации преимущества. Можно попытаться сопернику не дать выйти на третью. Можно самому поставить четвертую. Может быть, можно как-то и скомбинировать. Особенно учитывая, что трэп летает фениксом. И все видит. Призмой движется вперед трэп. Забавно, что он даже не посадил в нее темплеров. Наверное, посадит сейчас. Пока они просто летят вперед на своих. Или не совсем на своих. Существует теория, что темплеры на самом деле ездят на плечах у дарка, но поскольку дарк невидимый, кажется, будто они летают. Но, как принято говорить в интернете, это не точно. Одна минка закопалась на пару пробок. Ну, тут Сол прикольно, конечно, раскидал мины по локациям. Соперника отвлек, выиграл много времени. Не факт, что это время ему сильно поможет. Хотя там у трэпа не так-то много и войск, на самом деле, так что... Наверное, сейчас он не может напасть, я хотел сказать, а трэп в этот же момент нападает. Но да, фишка в том, что он не будет пока нападать наверх. Он всего лишь поднимает третью орбитальную станцию. Временем заказаны грейды 2-2 у Тосса. Терран пока просто делает гастов, но у него по ресурсам, мягко говоря, не очень все хорошо. Тут дроп вроде бы 4 зилотов. Ну и если трэп сейчас убьет эти медиваки, то я думаю, соло уже можно будет официально хоронить. Как говорится, доктор сказал в морг, значит в морг. Ну, сол потерял только один медивак, так что все не так уж плохо. Трэп продолжает на своей волне. Но правда, как все-таки в предыдущих сетах он там добавлял два роботикса, начинал строить дизов, дарков с блинком. Тут он пока ничего такого не делает, просто пытается фокуснуть третью орбитальную станцию и убьет ее. В штормах и на зилотах параллельно погибает 11 КСМ. Да, вроде идут гасты, да, вроде крутейшие ЕМП, но какая разница, штормы-то... О-о-о, снова СОСовский Immortal пришел. Но его Сол то ли не увидел, то ли не решился перехватывать.
Видимо, Соул попытает счастье в финальной контратаке. По-моему, логично танки было бы вот там наверху разложить, чтобы они стреляли с возвышенности. Но, с другой стороны, туда мог бы Трэп что-то передропать. У Трэпа традиционный хай-темплер со штормом летит. Высадился и не дает шторм. Как в том меме, знаете, почему она открыла рот и молчит. Соул кайт это очень прикольно, но да, в этом, увы, уже нет никакого стратегического смысла. Он остался на двух базах. Чисто формально сходил в атаку в завершающую, но по факту она ничего не могла ему уже дать. И Соул все-таки проигрывает этот матч со счетом 1-3. Но мы, наверное, главным образом можем выразить ему респект за то, что он, по крайней мере, сделал один. Потому что далеко не все терраны способны брать хотя бы одну карту сейчас у Трэпа. Безусловно, это самый сильный игрок в матчапе ПВТ. И здесь он очень спокойно, без паники, академично все эти игры довел до победы. И за исключением Чеза из первого сета, где он в том числе плохо прочитал более поздние дропы мин, пожалуй, проблем-то особо и не было у Трэпа. Что ж, первый матч закончился. Посмотрим, будет ли у нас интервью. У нас с некоторыми корейцами интервью было на этом турнире, с некоторыми нет. Увидим после пятиминутного перерыва. Вопрос про первый сет. О том, когда там дроп туда, дроп сюда, и тут в итоге вообще прилетает Тор. Что подумал Трэп, когда все это увидел? Во-первых, он никогда не видел такой билд, чтобы терны играли в ЦЦ на натурале, и потом мина и дроп, и Тора. В целом, там было много возможностей, чтобы нормально расплитить рабочих от мин и получить гораздо меньше урона, потерять меньше пробок, но не получилось это сделать. Провтыкал, короче. Естественно, после таких выстрелов мин я уже понимал, что все выходит из-под контроля. Ну и не то чтобы я тут отмазываюсь, но на самом деле я не смог расплитить пробки в основном из-за пинга. Понятно, что типа ситуация равная для игроков, тем не менее. Вопрос Ламба в том, когда Трэп играет против менее известных европейских игроков, вот типа Соло, как он готовится, изучает ли он, пытается ли он найти их игры, или просто играет ладдер, или готовит какие-то свои билды, то есть... Ну, так традиционный довольно вопрос, мы уже несколько раз его слышали на этом турнире. Трэп говорит, что он относится серьезно ко всем соперникам, но если только это не драгметальные ребята. Поэтому он всегда старается посмотреть их реплеи или какие-то воды. И старается, ну, исходить из того, что просто не отлететь от какой-то дичи. И с его точки зрения... Ну, то есть он пытается найти все чизы, которые играют соперники, подготовиться к ним. В целом, исходит он из позиции, что, естественно, если он переживет раннюю стадию игры и чизы, то в остальном, в средней и поздней стадии игры должно быть все окей. Вопрос от Ламба. Знает ли Трэп, что он занимает первую позицию в рейтинге Team Liquid? Ну, у них они выпускают такой Power Rank время от времени. Знает ли он об этом и согласен ли он с этим на текущий момент, что он самый сильный игрок мира? Я прочитал статью с Поверанком буквально пару часов назад. Я не особо согласен с этим Поверанком. На этом ивенте очень много сильных игроков. Не уверен, что я топ-1 среди 16. Но должен, по крайней мере, отметить, что действительно с тех пор, как я начал выигрывать какие-то турниры, меня стали чаще воспринимать всерьез и... Ну, типа, ставить во всякие статьи в рейтинге и так далее. И он благодарен за то, что им стали интересоваться. И, конечно, это приятно. Но при этом он все же объективно не считает, что он определенно топ-1 на TSL. Ну что ж, скромный трэп. Пожелаем ему удачи в следующем туре по Венорам. Ну а впереди у нас будет следующий матч,
в котором между собой встретятся Сэрл и Нип. Прогнозы на моем Твиче уже открыты, так что многие там... Ну, не многие, но было мнение, что, наверное, нужно было делать тоже какой-то странный прогноз, возьмет ли Нип карту и так далее. Я думаю, что Нип в хорошей форме и вполне может быть, что сможет дать бой Сэрлу. Это мы скоро узнаем.